А в селе Бернова Тверской области 9 июня прошел традиционный пушкинский праздник «Пушкин-фест», который в этом году посвящен 225-летию со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина. Здесь организовали тематические интерактивные мероприятия, бал, выставки и ярмарку народного творчества. Подробности у нашего корреспондента. Для гостей работали разнообразные площадки, отсылающие к эпохе и творчеству поэта. Взрослые дети могли поучаствовать в мастер-классах, играх и конкурсах, насладиться звуками русской классической музыки, старинных романсов и лучшими произведениями Александра Сергеевича Пушкина. Организаторы подготовили очень активную программу, и нужно отметить, что только сегодня на нашей площадке в усадьбе Бернова порядка 11 активных площадок. 4 импровизированных сцены, одна из которых главная. Также мы приготовили активности для наших юных зрителей. Одно из главных мероприятий праздника – программа «Пушкинский венок» с участием заслуженных артистов России Артура Вахи и Алены Бабенко. Здесь звучала пушкинская лирика и бессмертная музыка Чайковского, Римского-Корсакова, Глинки, Свиридова и Шварца. Большой пушкинский праздник на Тверской земле проходит уже в 53-й раз. Он собирает профессиональных пушкиноведов, почитателей творчества поэта и юных дарований. Мероприятие помогает посмотреть на произведения великого русского поэта с новой стороны и почувствовать, как Александр Сергеевич любил родную страну. Мы пытаемся сохранить то наследие, как сказать, физическое, которое оставил Пушкин, в том числе усадьбу потрясающую нашу в Бернова, потому что сейчас идет масштабная реставрация, будет реэкспозиция внутренних помещений, самой выставки. Наша усадьба заживет новой жизнью. Мы очень надеемся на мощный ренессанс этого места. Приветствие участникам, гостям и организаторам мероприятия направил губернатор Игорь Руденя. Глава региона подчеркнул роль праздника в воспитании любви и уважения к русскому языку и литературе, гордости за выдающееся культурное и духовное наследие страны.